что ж, дамы и господа, сегодня мы собрались лишь только по одному поводу. Как говорится, история повторяется. Ровно 5 лет назад мы устраивали гонки вокруг всей карты в предыдущей части The Crew. Но сегодня мы повторим это ровно через 5 лет, но уже в новой части The Crew под названием MotorFest. Дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Леша Кофе, со мной сегодня Андрюшенька Нефай, Артём Кураган. И сегодня у нас будут самые эпичные и самые масштабные гонки за последнее время. Ну что, парни, вы готовы или не готовы вкусить всю мощность своих автомобилей? Ведь сегодня мы с вами гоняем на американцах, на старых добрых маслкарах. И сегодня мы раскроем весь потенциал наших автомобилей. Ну что ж, друзья, перед началом этого ролика я хочу пожелать вам каждого приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Ну а сегодня нам предстоит преодолеть целый круг вокруг всей карты и непонятно пока, сколько займет это по времени. Потому что, ну, опять же, мне кажется, это будет меньше, чем в предыдущей части. Потому что все-таки карта в The Crew первая у нас намного больше. Не в The Crew, больше, а в The Crew. Ну, тоже верно, да. Здесь у нас все-таки размеры немного другие, но все равно карта тоже вроде большая, так что интересно, сколько займет это у нас сегодня по времени. Ну что ж, знаете, смотрите, так как нельзя проложить маршруты, так и нельзя сделать гонку прям вот как вот по чекпоинтам, мы просто придерживаемся одному правилу. Мы все время придерживаемся правой стороны. Ну что, мужики, мы готовы начать, мы готовы приступить к нашей гонке, великой, величайшей гонке. Значит, ребят, смотрите, я еду на Dodge, значит, у Андрея, точнее, у Артема Камара, а у Андрея Шавель. Ну что, готовы или не готовы? На счет 3. 1, 2, 3. Слышал, Андрей фальстар был тогда, не? Подрезать его надо. Мы его сейчас догоним. Все машины на стоке, все тачки, они реально на стоке. То есть мы их никак не модифицировали, никак не прокачивали. И вроде по лошадиным силам тоже у всех все в целом одинаково. Ну как будто бы да. Вы от меня теперь улетаете просто очень жестко. Нормально. Олег, уйди, отстань от меня, не преследуй, Олег, уйди. Нормально. Уйди, Олег, на женской работе. Я Артема, подожди, Андрей тогда даже не могу. Кто, с какой скоростью кто сколько едет? 220. 230. Ну тут, пацаны, что я вам могу сказать? Только, понимаете, руки, все от рук зависит, понимаете, да? Андрей, не думай. А, 200 вообще еду без них. Слушай, надо, кстати, вот смотри, я засек время просто вот так, честно, для себя. Мне интересно, реально, сколько времени понадобится, чтобы проехать. Ну, вы как сами думаете, сколько времени понадобится, чтобы проехать вокруг всей карты? 5 часов. Минут 30. Я думаю, минут 20. Я думаю, мы за 20 минут управимся. Не, ну просто реально, мы Андрей вообще никак не догоняем. Артем там бедненький, вообще позади. Я еду, блядь. Олег, а какой скорости ты едешь сейчас? Какой скорости сейчас едешь, Андрей? 211. А, так подожди, я также отфигали, подожди, я вот этого понять не могу. Меня тоже. Олег, криворучка. У меня 200, я 200 еду. Что за фигня вообще? Так, а стой, погоди, а мы точно правильно вообще едем? Я говорю, придерживался правой стороны все время, да? А мы, по-моему, я держу только правой стороны. Мы придерживаемся трассы, мне кажется. Ну да, вот сейчас мы придерживаемся трассы. А ну, подожди, если карту открыть, мы где едем вообще? А, так блин, нет, слышь, там свернуть надо где-то направо, блин. А как съехать с трассы? Короче, нам надо как-то, слышишь, нам надо как-то свернуть и съехать, потому что нам надо вокруг все карты, а мы сейчас по факту сокращаем очень дико, потому что мы едем по шоссе. Чё, мы, а да, что, мы по джунглям поедем? Ну, получается, да. Значит так, ребят, мы вернулись в обратную сторону, потому что мы пропустили поворот. Вот, мы изначально должны были вот на него заехать, и вот теперь... А все, поехали. Чё встали там, мужики, а? Ладно, давай встанем, давай реально начнем. Да что ж такое-то, а? Что за гонка такая? Ну это неудобно, в первой части The Crew был он в разы удобнее, потому что там прям реально по кольцу можно было ехать вот так вот, а тут вот прям неудобно. Все, давайте, бедняки нищие. 2, 3, поехали. Ну ты, он с нитро поехал. Ах, блин, а? Чего ты там установил-то, а? Метанол или что там у тебя установлено? Метанол, все было нормально. По-любому, 100%. Так, здесь мы едем просто прямо. Вот на тот остров мы не заезжаем, потому что это просто отдельный. Ну да, кстати, вот сейчас смотри, мы прям ровненько. Вот сейчас прям хорошо. Кстати, в The Crew вот этой части есть этот слипстрим. Я на это обратил внимание. То есть, если ты едешь позади кого-то, ты можешь просто разгоняться даже за счет вот такого ветра. Даже не смей, тварь, это делать. Ну а что ты думаешь? Там, слышишь, там Дебилкин догоняет, смотри, слева. Ну сейчас мы прям ровно едем, смотри, прям очень. Ну да, кстати. Так, сейчас, по идее, будет... Не, понял, у нас 228, сейчас по идее поворот направо. Когда? Тихо, вот тут. Вы дебилы. Вот тут. Да, мы все время придерживаемся правой стороне. Не пропускаем поворота. Ни одного поворота не пропускаем, пацаны. Все, вообще кайф. Вот это я понимаю. Вот это уже реально другое дело. Мне капец как нравится то, что у нас получается по итогу. Прям вообще классно. Ничего не получается. Блять, катафал конченый.
Олег убирает. Я засмотрелся назад просто реально. Так, слышь ты, бабская работа, попробуй меня еще раз только подцепить. Смотри, бачком. Дурак, блядь, научи грифить, пожалуйста. Я поставил управление прям максимально сложное. Так, ну сейчас прямо. И смотри, прямо и на развилке направо едем. Во, вот это прям кайф будет. Ну-ка. Блядь, как сложно. Я ж вас догоню. Вот сейчас направо? Да-да-да, сейчас направо. Но опять же, мы придерживаемся всегда правила правой руки. Андрей говорит, я вас сейчас догоню или мне посвысилось, и он первый едет. Не-не-не-не, он такой, а что с погодой, что так резко поменялось-то, а? Нормально. Это манера фильма. А чё реально, такая хорошая погода в начале была, у нас же вечер наступает? Максимум, если не меньше, реально. Блядь! Лох! Ну, Андрей, ну как так? Объясни, пожалуйста. Ну как же так? Я хотел его проскочить, Антон загадал немножко правее. Дебил, подвиньте, я посигналю тебе немного. А ну пошел. Ах ты мудила, блядь! Давай, где покупал, иди, давай, сдавай, учись. Сука! Теорию, блин, не знаю, да? А ну-ка. Где-то... теорию, мы на практике. Где газ, где тормоз? Тормоз, вот. Где газ, где тормоз? Тормоз у нас в TeamSpeak сидит, да, вот сзади меня едет тормоз. Кого я? Ай! Да пизделся, лох! Ну я думал, понял, я зайду. А че у Андрея там проблемы какие-то? Или че, Андрюша? Че у тебя там? Не, я ебну, просто я там уебался. Не, мне прям нравится реально. Тот поток. И вот так меж машин. Тот поток. А, это, кстати, это боты или это гонка? Да, это, Олег, это автопробег с матра. Блин, кайф вообще. Вот прикиньте, как было бы классно. Сука, хватит мне в жопу писать, говнюк. В реальности у всех тачки, у всех вот такие вот классные автомобили. Мы с вами гоняем по серпантинчикам, по поворотикам. Как да, это да, было да. бы? И я чисто столбах по КД. У каждого в машине рация. Мы коммуницируем с друг другом по дороге. Прикалываемся как друг на друга. Пожалуйста, смотроран не надо нам. Это было бы прям реально, вот это вот прям одна из меч, наверное, которая... А мы, кстати, где едем вообще, вот интересно? Мы вот... Нам сейчас направо. Тормозите. Понятное дело, тут поворотов нету нигде никаких. Вот так вот. Мы едем просто пока что по прямой. Опять же, непонятно куда. Бачком. И придурок. Нормально, блядь. Да тяжело контролировать машину, когда заносит. Реально тяжело. А это аэропорт или нет? Вот Андрей такой же, блина, как и я. Да ебаные пальмы, а кто поставил их? Нормально. Бачком. Подожди, я сейчас направо и прямо. Просто невозможно. Да. Я, короче. Это, Олег, называется полная симуляция. Ну я вот полную симуляцию. Я полную симуляцию включил. Да я как баран еду, реально, я просто не знаю. Андрюха, здорово. Там куча соседей наорала за то, что я им газон лечил. Да, я видел, ты подумал, что форсаж захуя. Подожди, мы сейчас по-другому сделаем, смотри. Так не делается, а-ля гниль такая. Эй, гондон, куда ты? Да подожди, да что ж за ночью так? Андрюша? Да какой же лох просто. Здорово. Да ты куда? Идиот. Мне кажется, я тот самый главный баран просто на дороге. Я говорю, тормоз. Так это да. Что, пацаны, прямая, я отрываюсь максимально. Не-не-не, слышь, дебилки, я догоню. Вы меня вообще не догоните. Андрюха, ты там включай нитро хотя бы, я не знаю, что ты делаешь. Я все включаю, нормально. Мы должны догнать его, слышишь? Он же водить не умеет. Он же вообще не достоин сидеть за рулем вот таких автомобилей, вот на такой классике. Да, под вечер прям реально становится прям красиво. Не, вот дальше вы проедете, там прям такой лесочек. Мне в первой части все равно карта больше нравится, да, ну, потому что там ты все равно ты едешь, и там меняется локация, там меняются биомы условно, да, то есть территории какие-то. Где-то скалы, где-то джунгли, где-то просто, не знаю, там пустыни какие-то, а тут ты просто едешь вокруг себя только джунгли, как бы пляж и все. Но все равно красиво, это мы как бы признаем, но... Чуть не создавал, чуть в аварию не попал, нормально. Да что ж ты, машины встречные меня заебали ехать на меня. Так, да. Какой красивый закат. Какой закат красивый, это вообще забейся. Подожди, а вот здесь в городе направо? Да. Вот сейчас первая развилка и сразу направо, да. То есть все время придерживаемся... Блядь, идиот, Олег. Я на мини-карту засмотрелся, блин, а! Бля, я надеюсь, я туда поехал. Обогнал меня. Ладно, я вам фору даю, я вам все равно догнал. Все, вот я могу включаться, сейчас реально могу нормально газовать, а? Здесь направо, Андрей. Тормози. Вот где Барби, вот эта заправка, там направо, правильно? Да. Хули ты сокращаешь мышь, ебаная гниль? А, не, блядь. Нормально. Давай, смотри, Андрей, план, тактика какая. Мы раздаем пакетики воздушные друг другу, да? И просто слепстримами догоняем Артема и все. Да куда вы там два пакетика? Слышь, что подрезаешь, а? Слышь, я хотел пакетик взять. Ага.
блин. Да габариты я не чувствую, реально, а! Где, где? Ох! Не, нормально, кстати, слышишь, нормально. Давай, мы догоним его. Всех выпендривался, ну, ой-ой-ой. За где-то 10 минут, 15, мы проехали где-то половину трассы. Или где-то, ну, примерно. Ну, плюс-минус, да. Примерно. Нормально, нормально, нормально. Бля. Ой, тут лесочек пошел, серпантинчик. А что не нравится, Андрей, а? Что не так? Бля. Тормози. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Боком понесло! Давай, давай, держи, 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 держи! Лох! Блядь. Блин, ну что-то я вообще соперничество с вами, ну, не ощущаю. Вы как-то, ну, медленно там плететесь. А у нас своя атмосфера, понял? У нас своя атмосфера. А, знаешь, что, знаешь, что, слышишь, Андрей, знаешь, что, почему мы его догнать не можем? Потому что у нас полная симуляция вождения, у него комфортно настройки стоят. Ну, конечно, да. Ну, тогда, как у ботика самого настоящего. Он кайфует, едет, а мы только, мы с тобой чисто на хардкоре ебашу. Ну, так мы с Андреем, у нас с Андреем полная симуляция вождения. Я виноват, что вам нравится на бутылках сидеть, нет? Да там поехал! Давай, не, Андрей, мы должны его догнать, мы должны я его посмотрю, догнать. Я посмотрю, как тебе в жизни, блядь, будет помогать, нахуй, электронные системы всякие, блядь, вот эти, как в игре, блядь. Давай, давай, пакетики, пакетики, бери, мы его догоним, 100%. Я вспоминаю твою стабилизацию, блядь. Выключаешь мы уже все, мы почти в бордюре. Давай, 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 давай. Не, мы его догоним. А че, может, от первого лица, а? Или че? Нет. О, нет, меня блеванет, блин. Ну нет, от первого лица, кстати, красиво тоже. Я кайфую от эстетики красоты своей машины. Ну да, я тоже. Я чувствую себя водителем за рулем, реально. Прям вообще. Блядь, прям... опять сундук проезжаю мимо, ты мразь. Да, 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 да. Мы с вами кучу сокровищ пропускаем. Вау. Только почему я должен ради тебя это делать? Ну по факту, сука. А че, у нас гонка вообще? Это ради пиццы, пацаны. Че, не хотите пиццу? Я что, не могу открыть? Пепперони, мама мия. Постепенно, вот я Олега догоняю уже. Постепенно, я уже ближе. Да, а я догоняю Артема. Помой ему. Вообще нет, я тебе клянусь, я тебя даже не вижу. Вы у меня вдвоем на радаре. Я тоже как форсажа, как в этом часе, где они в Рио Дженейро были, когда у них гонка вначале была. Он должен задом развернуться, переключить там что-то непонятно сука, в машине. Сука, геймпад отошел! А, вон да. Геймпад, Олег, да, я нет, вижу, кстати. Андрей! Тихо. Я подключил его обратно. Почти, я прям на боксе был. Меня занесло. Ой, Олег, меня занесло. Олег, на миникарте. Меня занесло. Вот блядь. Если бы меня сейчас не занесло, у меня были все шансы догнать. Ну я, кстати, вообще безошибочно еду. Полная симуляция, блин. Да включи тоже полную симуляцию. Будет мужчина, реально. Так а зачем? А, зачем? Я лоу-скил в этих гонках. Ну так если и если я включу полную симуляцию, я точно босс получается, возьму. Не мужчина тогда просто. А, кстати, знаете, что я вам хочу сказать? Мы половину еще не проехали, как будто. Блять, я уже заебался. Да, Олег, у нас самолет, сука. У нас реально, слышь, мы как будто половину не проехали, потому что я точно помню на карте, что половина, она прям отмечается там как-то, там прям угол такой, ну поворот прям, а здесь как будто... Ну такси, ну ты же видишь, что... Нет! Эй, такси, ну иди, вот что я иди. Хотел сократить, в итоге так плохо себя все сделал. О, резон, нагоняю. Слышь, Андрей, мы можем, знаешь, как догнать его? Можем сейчас временно переключиться на суперкаровара. Ах вы, суки! Что я тоже переключусь. А что, тебе это не поможет, а? Тихо. Меня бы не занесло. Хорошо, очень хорошо. Не, реально надо на руле делать. Прям очень хочу на руле попробовать закрю. Прям интересно. Только траханная стоять. Давай, давай, ты слышишь, давай, давай, там мощностей прибавь себе немного, а? Мощностей? В автомобиле. А что, у меня Артем пропал на секунду. А, снова у меня... все пропали. Да. Ладно, мы ну, все равно... А, мы придерживаемся, вот придерживаемся, придерживаемся тому же самому плану. Так, а мы в город заезжаем, и тут так же направо. Я в город направо да, поехал. Да, и так же направо, так же направо. И знаете, что хочется, чтобы мы уже появились друг перед другом? Мне, и знаю, пизды мне... друг другу не, дали. Мне интересно, кто где едет, потому что пока что мы находимся в полной неизвестности. Это сложно. Трафик! Тут такие узенькие улочки, реально. У меня еще машина настолько валкая, что ее просто в сторону кидают постоянно. О, я вижу тебя, Олег. Я вообще никого не вижу, я не понимаю. Это странно. Нет, у меня появился. Блять, пожалуйста, езжай. Спасибо. Аккуратно. Я, кстати, сейчас вот очень темно, потому что ночь. Фух. Я машину вообще не вижу. Да, машина. Ну, она у меня такая, у меня она более зеленого цвета. Она темненькая. Да, темно-зеленого такого. Мудак! Так, сука, здесь, фура. Смотри, вот мы сейчас обратно на мост заезжаем, здесь также направо, у порта какого-то. Ну-ка. Блин, ну я меня... не знаю, я просто и вот сейчас, держу. И сейчас прямик какой-то просто идет. Я не знаю, куда. Мне кажется, мы запутаемся рано или поздно просто со всеми этими гонками. Не, ну как будто бы я уже у города, потому что я вот эту тему помню. Ну я вот сейчас по мосту какому-то еду просто длинному. Ай, а это не видно. Блять, а я на мост огромный не заезжал. А я заехал. А, Артем проебался. Подожди. А, вот так, значит, да, Артем? Так, здесь направо. Походу, Артём все-таки пропустил какой-то поворот. Так я вот и говорю, я хочу увидеть блядь, друг друга. Я понял, вы ебашите вообще, типа,
как это объяснить? Ну, короче, у вас срез как будто. Смотри, я вот сейчас карту просто открою, посмотрю ради интереса, правильно или неправильно. Ну да, мы с Андреем все правильно едем, слышишь? Бля, ну вот да, видимо, я проебался. Не, понял, я дальше поехал, именно на мост не заехал. Артем, ебе не хотел сказать, возвращайся, давай, все. Так нет, у вас путь типа меньше будет. Так сфига не меньше. Если вы через тот мост поедете, у вас меньше он. Мы все время право ехали, абсолютно все время право ехали. Типа, прям, ну, все время право. И вот дядя сказать справа, слышишь, Андрей тоже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо, красиво было сейчас, а? Не, мне прям нравится. Да, вот здесь вот что? Ну, вот, мы сейчас с Андреем заехали в какой-то город. Блядь! Что там у тебя случилось? Подожди, маленький такой остров? Не, подожди, сейчас скажу. Сейчас, я сейчас... Не, нифига не маленький, тут огромный город. Смотри, какой? Я тебе скажу. Тут аэропорт Мамало. Кого? Ну, он так и называется. Мамало. Вот. И город называется Гонолулу. Во, вот так вот город называется. Гонолулу? Мы на юге сейчас. А, так лол, мы уже приехали, все. А, реально? Так лол, да, смотри. Мы подъезжаем, мы сейчас будем подъезжать к кратеру. Это прикол какой-то. Все, мы реально... Подожди, к Мамура? Подожди, стоп, мы реально так быстро проехали. Я, если честно, я думал, что мы только на середине маршрута. Ну, мы реально, мы сейчас доедем, все, до финиша. Это как? А, ну да, все. Сейчас просто прямо... Да, все по маршруту, который у нас был, вот, по которому мы с Андреем ехали, все идеально. То есть мы прям откуда начали, ну, туда и приехали, по факту, получается, и все. Ну, прям реально все. То есть получается, вот, что Артем только сейчас... Да, он косихнул, все, получается, дисквалификация. Нет, подожди, надо посмотреть, какой мост вы, типа, заехали. Да какая разница, главное, что ты не прав. Не, я клянусь, я реально, я думал, что мы проехали лишь только половину. Я даже этому радовался. Я думал, нифига, мы долго едем, ну, объективно. А сейчас, как бы, я понимаю, что всю гонку уже заканчивается, типа, ну, это полный бред какой-то, не? Типа, ну, прикол. Почему маршрут не стоит, не строит туда? Я не знаю. Блин, ну вообще, я вот по берегу дальше еду. Туда только избранный едет, а ты недостоин. Да, я уже у Ламбы вот этой вот. А, так мы уже давно проехали ее. Ну, мы ее проехали, да, по-моему. Ламбу? Да. Ламбу, да. Так вот, блядь, значит, вы сократили по мосту. Не-не-не, мы все время право ехали. Не-не-не, Артем. Автомобили Ламба, где вот это логотип Ламба. Короче, я предлагаю, мы сейчас доедем до финиша и просто посмотрим, где кто вообще сократил. Ну, по-моему, мы ехали прямо, ну, прям правильно максимально. Все, и, кстати, я приехал, пацаны, все, найс! Вы охуели, как? Ема! Все, я на финише! Да, я вижу кратер. Блядь, я по КД... Я прям четко приехал в это кольцо, откуда мы начинали. Так, а теперь подожди, я хочу открыть карту и просто мне вот опять же интересно посмотреть. Вот Ламборгини. Вот мы, получается, где-то здесь. Вот этот маршрут. То есть мы вот здесь вот так вот ехали. Вот так вот поехали. Вы охуели? Ну, Олег, я не вижу. Вот здесь мы вот так вот поехали. Потом заехали на вот этот мост. Да, слышь, мы вообще никак не сокращали. Мы ехали все время по правой дороге. Видишь город Эва сейчас? Город Эва. Да, да, да. И вот справа и ракет. И вот справа, да, и вот так вот, да. Вот его объезжаешь, едешь дальше. И я не свернул на мост. Видишь, где остров Форт? Вы свернули, я прямо поехал. Мы же все время правой стороны придерживались, блин. Бля, ну там резкий поворот, блядь, так был. Так и что? Так это все равно право. Сука. Ну, да, Артем, да иди ты, блядь. Вы сократили, сука, не мы нифига не сокращали, мы четко по маршруту ехали, ты че, а? Ну, смотри, чтобы проехать, у нас где-то за него примерно 25 минут, чтобы проехать вокруг всей карты. То есть, ребят, смотрите, опять же, для ознакомления, да, вот вся карта, мы проехали вокруг всей карты за 25 минут. Ну я, если честно, реально думал, что это дольше по времени займет. В предыдущей части The Crew у нас это заняло полтора часа, причем мы ехали на суперкарах 400 км в час. Тут мы вообще ехали не торопясь, ДТП там со всеми этими с 25 минут проехали. Ну это вообще не серьезно, как будто бы, не? Я вообще, Артем, без симуляции катал, скажи спасибо, что мы тебе вообще разрешили с нами ехать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну что ж, по итогам нашей гонки. Первое место у меня, второе место у Андрюши, третье место у Дудилкина. Ну, Артем, третий лузер. Сократили и пиздят на меня. Ну а что поделать, что сказать? Ну что ж, друзья, чтобы красиво закончить наш сегодняшний день, нам осталось лишь только занять топ-1. Олег, чтобы красиво закончить, надо было просто закончить. 28 человек на гонке, надо занять первое место, пацаны. О, я первый стою. Поехали, все. Я первый еду. Хорош. Не, смотри, там, короче, как раз... Смотри, Бугатти такси едет нормально вообще, что это за бред? Пацаны, подвигаются. Ой, а погодка, конечно, не самая лучшая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так мне по жопу удастся, да? Как много здесь, вы что? Я, кстати, начинал с самого конца, держу в курсе. Я пока уверенно еду первый.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ему дело. Бля, зачем все прыгают? Они сместили. Это просто жесть, там столько тачек. Это просто забейте вообще. Значит, ребят, смотрите. Эта гонка состоит из трех этапов. На каждом этапе дается определенная машина. Сначала мы начинаем с гиперкаров, потом у нас идет трековая машина, а после этого уже обычные спорткары. И вот главное... Ах ты, гадина! Блять, было бы логично наоборот. Давай. Что? Что на мосту? Я давай, да что ты? Да это не вот, что меня пинает, как тряпочку? Пиздец, я улетел. Ой, я это дебил. Забейте, это просто... Короче, я блядь, не знаю, я ехал второй, это просто бред. Стал. Это просто бред. Андрей, здорово. Привет. А где вы, на каком месте? Это просто идиотизм полный. Я второй. Меня поскидывали просто, меня машин 10, наверное, в жопу заехало. Это бред вообще просто, реально. Олег, на поворотах надо об машины просто. Олег, ты в жопу не привыкать, когда тебе заезжает 10 человек. Еще не все потеряно. А ну куда ж вы летите, раны, блин, реально, а? Ну водить никто не умеет, ну я не понимаю вот это. Один Олег умеет. Я наконец-то только. Второй. Так нет, я это понял. Первый чел просто улетел. Так это прикол какой-то, просто тормозить абортики и врезаться в машину, чтобы оттормозиться. Ну типа это реально, ну делают. Нормально. Ну... Ладно, нет, понял, надо целиться реально в машины, чтобы. Да. Ну короче, есть тема, как понял, какой-то бордюр. Чей бордюр, барьер, который отталкивает у машин. Поршак улетел! Забей из-за погоды, из-за того, что у нас дождь, очень скользкие дороги. Очень скользкие дороги, и машина очень тяжело, конечно, заходит повороты. Но так приходится тормаживаться со скоростью 300-400 км в час на вот этих поворотах, так еще. Ну надо, блин, что-то сделать реально! Ну давай, ну! Хотя бы надо топ-10 зайти, я не знаю. Ох, это дрифт, ох, это дрифт, блин. Давай. Можно, еще можно. Все реально можно. Да уйди ты, мудила! Я не знаю, у меня вообще проклятие в этих режимах. Я типа вне ролика играл, у меня все время топ-2, топ-3, топ... Ну, топ-1 ни разу не было. Мы с Артемом всю ночь играли, у меня по КД каждая гонка топ-2, топ-3. И все, и просто топ-1 еще ни разу не было. Это вообще, у меня реально проклятие. Ой, смена тачки. О, бэхи! Вот это имба, кстати. Давай. Сокращаем немножечко, сокращаем. Давай. Во, все, я тоже на переключение машин поехал, так? Давай, ферочка. То есть получается в десятке, да, первый? Ну, 14. Давай, роднулечка, лети, Феррари моя! Давай. Опа! Проехали? Бля, 35... очень проехали пока 35% гонки. Кстати, ребят, хочу сказать, что в этом режиме все машины настроены абсолютно одинаково. То есть разработчики все-таки сделали, наконец-то это додумались. Спасибо им огромное, что тут все машины абсолютно одинаковы по характеристикам. То есть нету такого, что машина лучше, машина хуже. Хотя некоторые машины отличаются по управлению. По управлению отличаются, да. По характеристикам, по мощности одинаково. Но вот именно... какие тяжелые повороты. Но вот именно по управлению они могут отличаться. Давай. Нормально. Ну и куда ты, ламба, летишь? Короче, я в у меня 9-е место. Артем, ты на каком месте? 5-й. Хорош. 20-е. Андрей, как так? Ты шумишь? 4-й. Тебя школьник обгоняет, Андрей, ты прикалываешься или все? В смысле, меня вначале сам еще скинули. Андрей, чтоб ты понимал, вчера играли, у меня АВГ 15 плейс. Вот по КД. Давай. Андрей не понял, ну, типа, что ты сказал. Ну типа, постоянно я на 15-м месте, вот прям каждый раз. Я мог начинать первым, заканчивал всегда просто там 15-м, 14-м. Кто-то на мотике едет вообще. Вот да, там очень много мотиков. Нормально, мотик обогнали, вот, найс. Как GTA бы взять, седьмое место, седьмое место! Слушай, найс. Я начинал с самого конца, я прошел через ад, и я на 7-м месте все равно еду, вообще кайф. Давай. Ты меня сейчас еще догонишь, кстати. Надеюсь. Так. Куда там на мотике едет? Чё они так тормозят? Я не понимаю, реально, иногда просто вот думаешь, ну как они так водят вообще? Просто там тачка так подлетела сейчас, просто жесть. Слушай, ну мне вот эти гонки прям очень нравятся. Прям я вот от этих гонок я прям кайфую. Тут еще и бабок дают. Тут еще и да, и фарм опыта прям нормально идет. 18-й! Артёмка, я сзади тебя! Давай. А смен тачек? Нет. Блин, вот на вот этих машинах я прям не люблю. А почему там чел еще на мотике едет, я не понимаю? Вот я, ладно, нормально. Тихо. Ох, ебать, там вписалось. Так да, там вообще поворот неудобный. Я думал, я сократить смогу, нифига. Ага. Артемка, иди сюда. Давай, догоняй меня. Слушай, мы понял, мы типа уже тех типов, которые впереди едут, мы уже никак не догоним. Ну как будто бы да. Там вот чисто фатальная ошибка, и я тогда мы догоним. Я хотел сократить немного, забор забрал в итоге, похавал просто, а. Бля, как этот дождь вообще не вписывается? Давай. Не, я очень сильно хочу занять топ-1 в этом режиме. У меня еще ни разу этого не было, но прям очень сильно хочется. Так, хорошо. Давай. Я чего обогнал? Я знаю. Лох. Он тебя сейчас даже обгонит.
Давай! 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 Вы, ну! Сука, два сына фермера! Направо, ну ты же... Да ну куда? Ну что это? Я... Блять, я седьмой стал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, еще 91%. Кирилл первый. Еще 91%. Давай. Ой, там поворот неприятный потом идет. Ой-ой-ой. Нормально, сглажу. Тихо. Блять, почти сгладил. Нормально. Ах ты, мудила. Давай. Пока. Давай. Олег. Угу. Давай! Кондор, нет, ебаный! Нет! Иди сюда! Да, блядь! Я так понимаю, что он вообще очень весел. Ну иногда смекалку нужно все-таки подключать. Иногда смекалку надо подключать, понимаешь, да? Короче, ребят, именно в этих гонках происходят самые эпичные гонки, которые только могут быть в этой игре. И я очень сильно хочу занять топотину, надеюсь, когда-нибудь у меня реально получится это сделать. Ну, собственно, вот как-то так мы и погоняли сегодня, мне понравилось. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас получился сегодня по новой The Crew. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Кофе, Андрюшин Кандифай и Артемка Ураган. Если хотите увидеть продолжение наших эпичных заездов, этих экстремальных гонок и, возможно, даже топ-1, то обязательно пишите про это в комментариях и не забывайте ставить лайк. На этом сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока!